Чтобы быть здоровым, нужно правильно питаться. Что полезно, что не очень, нужно интересоваться. Как вам каша? Да! А котлета? Да! Может, хлопья? Нет! Вот вам наш ответ. Чтобы быть здоровым, кушай овощи и фрукты. Ягоды полезны и молочные продукты. Вот вам чипсы? Нет! Газировка? Нет! Сухофрукты? Да! Вот она, полезная еда. Чтобы быть здоровым, на обед покушай суп. Мясо или рыбу и гарнир из разных круп. Вот салат. Да. А запеканка? Да. А может, гамбургер? Нет. Вкусный наш обед. А еще здоровый ужин малышам, конечно, нужен. Твой животик будет рад съесть и в теле, и салат. Картофель фри? Нет. А конфеты? Нет. А может быть, зелень? Да.